всем подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня будем строить навес. Размер 6×6. Это по столбам. Еще будут свесы в каждую сторону. Пока приехали, разложились. Начинаем работать. Поликарбонат у нас там в газели. Конструкция железная вся разложена. Каркас у нас практически готов. Выставлен, закреплен. Осталось докрутить прогоны. Начнем крыть наш навес. Навес у нас практически готов. Мы покрыли его поликарбонатом. Сейчас подрезаем все, клеим ленту, одеваем профиля. Вот останется его прокрутить по низу и закрыть профиль крышкой. И все будет готово. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строим сегодня навес. По осям столбов он грубо 6×6. Если учитывать свесы вот такие, он будет примерно 8×7. Столбы сделаны из профильной трубы 80×80. Арки в виде ферм. Труба использовалась 40×40. И наполнение из трубы 40×20. Все покрашено полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Между столбов несущие фермы установлены. Сами столбы закреплены с помощью анкеров к бетонному основанию. Поликарбонат здесь 8 мм толщиной, цвет бронза. Вот так красиво он отливает на солнышке. Классный, замечательный получился у нас навес. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!